после школы, когда спрашивают, чем хочешь заниматься, сложно сказать, что я хочу пойти в эту узкую область. На физфаке предоставили выбор. Первые два года мы учимся на кафедре общей физики, то есть у всех будущих направлений одна программа, и только потом мы начинаем специализироваться, расходясь на спецкурсы по институтам. Физфак, как и университет, это не знание, это умение, это навыки ориентироваться в нестандартной обстановке, решать какие-то нестандартные задачи. Вот и на физфаке мы не решали задачи с точным ответом. Если решать задачи с точным ответом, то реальных жизненных задач потом не решить. Университет научил меня заглядывать за рамки задачи, не ограничиваться ими, смотреть шире, пытаться найти аналогии. Возможно, если я чего-то не знаю в новой для себя области, я пытаюсь основываться на методиках из другой, понять, как они могут здесь быть применимы. В компании UserGate я работаю старшим инженером-разработчиком и занимаюсь разработкой, реализацией криптоалгоритмов. UserGate, активно развивающаяся компания, является ведущим игроком рынка информационных технологий. Мы занимаемся защитой информации и по части высокопроизводительных решений, безусловно, являемся лидером рынка. Я попал в компанию после завершения бакалавриата. Наши боевые задачи сейчас, они имеют решение, но оно эффективно в одном случае и становится неэффективным в другом. Приходится искать компромиссы, золотую середину, поиск оптимума. Вот. И физфак этому очень хорошо готовит. За время учебы я успел побывать как в сборной НГУ по плаванию, так и в сборной по легкой атлетике. В плавании выполнял КМС. Но это помогало мне переключиться, развеяться после учебы в обеих сборных. Мне понравился наш командный дух. Мы приезжали на соревнования единой командой, там выступали, поддерживали друг друга, болели. Ну и это очень помогало, когда ты выходишь на старт, тебя представляют, и твоя команда дружно с трибун поддерживает тебя. Сам университет хорошо развивает навыки работы в команде, потому что объективно то количество задач, которые у нас есть, в одиночку осилить очень сложно. Все равно какая-то часть информации на лекции, на семинаре ускользнет от одного человека, но другой ее услышит и может подсказать вместе, скоординировавшись, у них будет некая полнота информации, на основе которой они справятся с задачками. Университет прекрасно развивает этот навык, и он впоследствии пригождается в работе, когда нужно повзаимодействовать с коллегами, обсудить дальнейшие планы и в команде побороться с очередной задачей. Учеба на физфаке – это скорее коллективная работа над общей целью, нежели конкуренция по достижению ее. Поскольку я жил в общежитии, было такое наблюдение, что для решения какой-то задачки не обязательно выходить за стены общежития, достаточно пройти по этажу, по соседям, и решение задачи совместными усилиями будет найдено. Для поступающих в этом году ребят я бы мог пожелать не искать узкую область, в которой бы вы хотели сконцентрироваться, а очертить направление, в котором вам было бы интересно работать, и в дальнейшем из которого уже выбрать для себя область. Тем же, кто решился все-таки поступить на физфак, отдать документы, желаю далее не бояться ничего, потому что у вас все получится, благо атмосфера как университета, так и факультета этому очень способствует.